Привет! Добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня вместе приготовим вот такой замечательный картофель. Для начала промываем картошку, вырезаем ненужные части и кладем в кастрюлю. Заливаем водой и ставим на огонь. Как только закипит картошка, добавляем соль и варим до готовности. Картофель сварился. А сейчас приготовим ароматное масло. Для этого нам понадобится растительное масло, чеснок, соль, паприка и итальянские травы. Все это добавляем к маслу и перемешиваем. Смазываем чуть-чуть маслом и выкладываем сюда картошку. С помощью толкушки придавливаем картофель. Вот так. Сверху поливаем маслом. Отправляем в разогретую духовку на 20 минут при температуре 240 градусов. Картофель готов. Подаем к столу. Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!